В продолжении темы российского студенчества наша съемочная группа отправилась в социально-гуманитарный колледж города Нарьян-Мара. Здесь 25 января отметили два больших для студентов праздника. День студента и Татьянин день. День почитания великомученицы Татьяны Римской, которая является покровительницей всех учащихся и получающих знания. 25 января мы отмечаем два больших праздника, которые друг с другом тесно взаимосвязаны. День студента и День почитания великомученицы Татьяны Римской. Праздник Татьянин день имеет два источника. Прежде всего, это в память о святой Татьяне, которая была великомученицей и погибла там ужасно страшной смертью за веру. И Татьянин день – веселый праздник, праздник студенчества, связанный с наукой, с образованием. В Ненецком округе молодежь получает профессиональное образование в трех средних специальных учебных заведениях Нарьян-Мара. Считаешь ли ты, что студенческие годы – это самые лучшие годы жизни? Да, конечно. Потому что студенческие годы – у тебя меньше проблем по сравнению со взрослой жизнью. И, ну, ты уже становишься более взрослым человеком. Студенты не теряют время даром и стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны. Относятся к учебе более ответственно, чем это было в школе. Когда ты поступаешь в учебное заведение, которое не школа, то есть это либо вуз, либо колледж, то к тебе относятся совершенно по-другому. Тебя уважают, к тебе относятся уже как к взрослому самостоятельному человеку, и это дает огромные возможности именно показать себя как взрослый человек. Учеба в колледже мне очень нравится. Я думаю, что студенческие годы в нашей жизни – это самые лучшие, одни из самых лучших времен, так как ты не связан еще с семейной жизнью, каким-то бытом, ты можешь самореализовываться где угодно, как угодно, заводить новые связи, которые в будущем, в принципе, помогут тебе. То есть ты занимаешься и спортом, и саморазвиваешься, можешь путешествовать как-то, каким-то образом откладывая стипендию. Ну, студенческие годы – самые лучшие. Руководители учебных заведений тоже заинтересованы в том, чтобы их подопечные учились хорошо и жили весело. Колледж традиционно реализует достаточно большое количество специальностей. Например, в этом 2020-2021 учебном году у нас реализуется 15 специальностей и одна профессия – графический дизайнер. В колледже несколько творческих объединений. Это спортивный клуб «Медведи Арктики», гражданско-патриотический клуб «Мой выбор». Таким образом, у студентов есть все возможности для самореализации не только в учебе, но и в общественной жизни. Юлия Казначеева, Владислав Стасюк, телеканал «Север».